Рим не взяли, но были близки к историческому результату. Борисовский Батэ сыграл в ничью с Ромой и завершил выступление в Еврокубках. Это был один из тех матчей, когда побеждать могли как одни, так и другие. Правда, усилия нападающих были нивелированы действиями голкиперов. Итог 0-0. Учитывая, что белорусскому флагману была нужна исключительно победа, команда не смогла пробиться даже в Лигу Европы. А вот Рома занимает второе место и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, Батэ, к сожалению, не хватило всего-то 2 баллов, чтобы впервые пробиться в плей-офф самого престижного футбольного клубного турнира.